Здоровый рот должен быть зеленым. Именно так звучит лозунг стоматологов, которые исследуют ротовую полость на наличие онкологии. Новое оборудование для диагностики опасного заболевания всего месяц работает в Ирбитской стоматологии. И на сегодня уже более 500 ирбичан прошли обследование методом люминесцентной стоматоскопии. Обследование бесплатное, проводится в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. Поэтому любой гражданин города его не только может, но и должен пройти. Онкоскрининг занимает по времени не более 3 минут. Врач светодиодным аппаратом высвечивает слизистую оболочку рта. Специальные очки позволяют увидеть пораженные места. Вот языком смотрю, корень смотрю языка, справа, слева под языком. Все хорошо, все хорошо. Ого, спасибо. Пожалуйста. И друзьям надо сказать, что обязательно родственники, друзья, соседи. Если это острое воспаление, это розовое свечение. Если хроническое воспаление, это малиновое свечение. Если это предраки и раковые заболевания, это темное пятно. То есть существует уже слоган такой: здоровый рот должен быть зеленый. 578 ирбичан уже прошли обследование. У 32 из них было обнаружено предраковое состояние слизистой оболочки. И у одного пациента онкозаболевание подтвердилось. Врачами уже предприняты меры по лечению или локализации болезни. Мы выработали следующую тактику, что ежегодно, раз в год мы будем осматривать пациента из этих категорий. Но в случае выявления предраковых, Ольга Александровна будет брать таких пациентов на диспансерное наблюдение, и раз в 3 месяца они будут у нас отслеживаться. Обследование может пройти каждый, но стоматологи выделяют группу риска, для кого обследование является обязательным. К ней относятся курильщики, люди с протезами, а также отягощенные наследственностью и предрасположенные к онкологии. Кабинет онкоскрининга работает ежедневно, по будням с 8 до 17 часов, без предварительной записи. Лариса Воложанина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев. НТС «Ирбит».